Слав имени Кадырова. Вот. Слав? Слав. Мемориал славы имени Кадырова. Где есть музей Ахмата Хаджи Кадырова. Это, наверное, папа, да? Хаджи. Или кто? Ахмат Хаджи. Это же Рамзан, а это Ахмат. Наверное, отец. Потому что опять начинается дождик, и мы снова бежим в музей. Да, вот так вот нас встретил Грозный. Не зря же он Грозный. Хотя вполне милый. Ой-ой-ой, дождичек. Написано на ней: пусть восторжествует справедливость. Крутяк. В этот музей вход платный, 100 рублей с человека. Смотреть, правда, не особо чего много. На втором этаже больше картины. Какая-то лепнина. Памятные медали 1990-2010 года.
дворец торжеств только днем теперь. Вчера мы его показали ночью. Вот так он выглядит днем. И снова Грозный Сити. И грязная речка. За спиной резиденция правительства. Нам, конечно, сказали, что ее снимать нельзя, но мы ее как бы... Это брехня. Может быть и брехня, но как бы мы вот так вот потихоньку сняли. Находимся в городе Аргун, мечеть Сердца Матери, Аймани Кадыровой. Какой замечательный фонтан перед мечетью. Невероятно красивая мечеть. Постоянно меняет цвет подсветки. Очень необычные минареты. Сейчас попробуем зайти вовнутрь, если еще открыто. И если на вкус, конечно. Но это нечто. Перед входом мечеть, как всегда, красивейший парк. Фонтанчиками, ручейками. Все очень красиво, ухожено. Розы, целая аллея роз. Просто невероятно. Просто невозможно оторвать взгляд. Вот снова мечеть меняет.
Горячая вода. Сегодня она добрая. Сегодня она добрая. Вот видишь, на этой ноте мы покидаем Грозный, а в принципе выезжаем из Чечни. Как тебе впечатление по Грозному? Да и вообще, как тебе Чечня? Очень-очень хорошо. Очень-очень. Нет, ну правда, понятно, что свежий город, что чистые большие улицы, что нормальные дороги. Что это все вот свежее и очень приятно в этом находиться. Погодка нам только подпортила немножко дождик. Ну, с другой стороны, зато походили по музеям, посмотрели. Загнала нас в музей, да. Мы туда не планировали. В общем, тоже интересно. Хотя музеи, конечно, посредственные, но... Да, мы не оценили прям вот музеи-музеи, потому первый поинтереснее был. Есть такие исторические музеи интересные. Здесь явно, что все только-только набирают силу, они будут искать что-то, свою историю, еще что-то. Ну, в общем, если кто-то будет проездом, обязательно заехать, рекомендую посмотреть, погулять, хотя бы денек здесь побыть. Нет, интересно, Грозный, красиво. Конечно, впечатляет. Не вечером, хуже, чем днем. В Москве. Да. Ну все, мы будем собираться. Да? Да. И поедем, отчаливаем. Грозненское море. И должен быть танцующий фонтан. Но, к сожалению, не работает. После пандемии так и не слетели до сих пор.